Значит, первое, о чем мы с вами поговорим, это у нас физическое выветривание. В одних случаях процесс разрушения у нас происходит внутри самой горной породы без участия внешне механически действующего агента. Сюда у нас относится изменение объема породы, вызываемое колебанием температуры, температурное выветривание. В других случаях горная порода у нас разрушается под механическим воздействием посторонних агентов. Это у нас механическое выветривание. Значит, температурное выветривание, что это такое? Когда у нас образуется в трещинках, в микротрещинках может образоваться лед. Либо когда у нас сами эти микротрещинки образуются в результате того, что по-разному порода у нас нагревается, происходит небольшое трение на контакте данных пород. Так как порода это у нас неоднородное вещество, она состоит из разных минералов. Разные минералы имеют разные физические свойства. И при нагревании они по-разному реагируют на повышение температуры. Как раз таки в месте, где эти минералы у нас соприкасаются, может происходить небольшое трение. Один минерал расширился больше, другой меньше, соответственно, происходит вот такое вот трение. И в месте вот этого вот трения у нас образуется микротрещинка, которая может все увеличиваться. В эту трещинку может попасть вода, либо может попасть лед. Она быстрее, сильнее разрывает. И таким образом у нас будет происходить разрушение горной породы или, как мы говорим, температурное выветривание. Когда мы говорим про механическое выветривание, то есть тут у нас появляются какие-то посторонние агенты, не просто температура, да, вот у нас колеблется, а механические какие-то агенты, это может быть песок, когда ветер в пустыне с очень большой скоростью переносит песок, эти частички песка, они тоже могут обтачивать породу, но все равно не сильно твердая, мягкая достаточно, могут ее обтачивать, и создаются интересные формы рельефа. Либо это вода, либо это лед, как я сказала, да, у нас посторонние агенты. Вот у нас физическое выветривание. Видите, раскололось. Микротрещинка, она была маленькая, больше. И потом получается, что она полностью, вообще вот данная глыба, она полностью у нас раскололась. Это у нас физическое выветривание. Значит, механическое выветривание происходит под механическим воздействием замерзания воды. Когда вода попадает в трещины, она увеличивается, да, в 9-10%. Вот, и получается, что эти породы у нас начинают разрываться. Они у нас разрываются, раскалываются на отдельные обломки. Наиболее интенсивное раскалывающее действие у нас производит замерзающая вода в трещинах горных пород. Но под влиянием замерзающей воды легко дробятся и породы с высокой пористостью. Не только такие плотные достаточно, ну и пористые породы тоже у нас таким образом дробятся. Вот у нас арка в штате Юта. Как раз таки то, что у нас на обложке наших лекций. Это арка, пример механического выветривания. Продукты физического выветривания. То есть, что образуется в результате физического выветривания? Это у нас глыбы. Это угловатые обломки более 10 сантиметров. Это щебень. Угловатые обломки от 1 до 10 сантиметров. Это дресва. Тоже угловатые, неокатанные обломки от 2 до 10 миллиметров. Песок 0,1-2 миллиметра. Оливрит 0,5 и 1 миллиметра. И глинистые частицы, они у нас еще более тонкие, еще более мелко пилитовые. Это у нас 0,01-0,05 миллиметра. Значит, химическое выветривание. Главными факторами химического выветривания являются вода, кислород, углекислота и органические кислоты. И под влиянием этих факторов у нас происходит изменение структуры состава минералов, образуются какие-то новые минералы с какими-то своими характерными только для себя физическими и механическими, физико-химическими свойствами. Значит, физическая дезинтеграция резко увеличивает реакционную поверхность выветривающихся пород, к
которая подвергается действию воды. Значит, вода, она может не только как сама вода выветривание производить, да, но и она является химическим элементом и может вступать в химические реакции с кристаллическим веществом, особенно если это вода, в ней растворены какие-то вещества, химические вещества. Вот она вступает в химическую реакцию, происходит химическая реакция, поэтому это данное выветривание называется химическим выветриванием. Химическое воздействие на горную породу оказывает находящиеся в воде растворенные ионы, такие как перечислены здесь, кальций, магний, натрий, калий, HCO3, CO4 и С. Один минус – это заряд его показан. Процессы, протекающие при химическом выветривании, заключаются в следующих основных химических реакциях. Это окисление, гидратация, растворение, гидролиз. Эти химические реакции у нас происходят, поэтому у нас порода разрушается. Вот у нас примеры химического выветривания, показанные на местности. При химическом выветривании работают воздух, вода с растворенными в ней веществами. Образуются вот такие вот. Такие вот интересные здесь вот углубления у нас. Роль биосферы в химическом выветривании. Роль организмов в химическом выветривании определяется тем, что они поглощают из разрушаемой породы химические элементы в соответствии со своими биологическими потребностями. Как питательные вещества, то есть они ими питаются. Организма какими-то определенными химическими элементами. К числу таких элементов у нас относятся сера, углерод, калий, кальций, магний, натрий, в меньшей степени силициум, алюминий, ферм и другие.